Добрый день, уважаемый зритель, и мы подошли к тому, чтобы научиться как можно точно находить точку Е30 Цичун. Итак, пожалуйста, будьте внимательны, и вы все поймете. Итак, мы знаем, что у каждого человека есть пуп. Пожалуйста, мы смотрим, я буду показывать, а вы просто будьте внимательны. Вот у нас пуп. Надо отступить вправо или влево. Два цуня. Вот расстояние моих вот этих трех пальцев я отмеряю. Это мое расстояние 2 цуня. То есть я беру циркуль, обыкновенный, только без иголочек. Вот. Отмеряю своих 2 цуня. Вот мое расстояние. И отступаю у себя от пупа 2 цуня. Вы у себя свои цуни меряете. Тот, кто смотрит данное видео, хочет найти данную точку. Вы должны своих вот это вот расстояние 3 пальца померить. И отступить в сторону 2 цуня от пупа вправо и влево. Сделать, пожалуйста, крестик ручечкой, либо маркером, который легко смывается. Я объясню, потом приближу чуточку ближе. И мы должны прямо, перпендикулярно опуститься на 5 цуней вниз. 5 цуней это будет вот моих 3 цуня расстояние. И я потом еще добавляю 2 цуни. Итого это будет 5 цуни. Линейка есть под рукой у каждого. Вы можете взять линеечку, отмерить своих 3 цуни, а потом 2 цуни. Сделать это расстояние циркуля, если это позволяет. Вот. Приложить от точки Е25 вниз 5 цуни ровно. И вы найдете точку Е30 Цичунь. Сейчас я приближу немножечко, а вы посмотрите внимательно, где располагается данная точка, как я вам говорил. Я еще раз повторюсь. Вот у нас пуп. Вправо и влево мы отступаем на 2 цуня в сторону. 2 цуня это вот это вот расстояние. Но это мое. У вас будет совершенно по-другому. У детей детский размер будет их руки. У пожилых, у любого возраста есть свои руки. Пожалуйста, вы можете отмерить. И отступаю, делайте маркером крестик, либо точечку справа или слева отступает 2 цуни. И потом вниз опускаетесь ровно на 5 цуни. 5 цуни это вот 3 цуня моих. И отмеряете сантиметром, сколько это сантиметров. Добавляете вот это вот расстояние 2 цуни, у вас получается 5 цуни. Опускаетесь ниже точки Е25 на 5 цуни. И вы попали точно в точку Е30 Цичунь. Вот так вот просто. Да, вот так вот просто. От вас только что нужно внимательно послушать данное видео. Если у вас не получилось, не расстраивайтесь, уважаемый зритель. Попробуйте еще раз. Спасибо за внимание.